пытается передать привет папе, маме там. Можно. Я думал, это мы там сброс тяги. Отцепилась, мне теперь страшно стало. Страшно. Но не болтает, не, качает, из-за этого не надо. Нет, было ощущение того, что что-то тебя к земле как бы приняло. Да. А, и когда я еще понял, пока вот так наблюдатели первого чата, скажем, когда на маленьких объектах фокусируешься, думаешь, как высоко. Как раз смотришь эти вот круги инопланетные, думаешь, так это близко. Че тут, кстати, такое-то вспахали так или что? Это скосили. Здесь самолеты, то что вот маленькие летают, у них як есть спортивный, человек летает, тренирует. Это у них квадрат такой, это для работы, упражнения отрабатывают над ним. Слушай, я вообще счастливый, как ребенок. У меня друзья поехали и прыгать с парашютом, и сразу же пошли на 10 тысяч метров. Сколько? Нет, подожди, врун, наверное, 10. Нет, им, 10. Им, короче, сказали... 2-3, наверное, 10. Обычно с 1000 кидают. Ну, короче, их кинули с этим, также в тандеме. Их спросили, типа, вот есть минимальная, а есть вот такая? Они говорят, так давай сразу такую. Я не помню, какая высота. Ну, какая-то большая. Наверное, 1003 или 5-ки, наверное. Не, ну, не, 10 это что-то дофига, я сказал. Прыгать, велеть. 50 там уже дышать нечем. Даже на 5-ке уже тяжело дышать. Уже твою мать! Не бойся, спиральку! Перегрузочку сделаем! Чё? Твою мать! Не, вообще клёво! Это вообще нереально. Во. Ну так вот, короче, с
парашютом, наверное, страшнее. Ну, там другое. Не, ну блин, здесь крыло. Здесь крыло, да, здесь оно предназначено лететь, парить. Это как мне именно, что... на кайте я как пробовал, что типа отпусти руки, он все равно тебя куда-нибудь посадит. Там на парашюте свободное падение. А слушай, вот сейчас вот мы, это сколько где-то? Метров 200, да? 100 метров у нас. 100? Офигеть. Огонь! Отлично. Все нормально? Вообще отлично. Сейчас отстегну тебя, а потом встанем. Хорошо? Удобно. Так. Все, можно сказать пару слов. Это было самое, наверное, лучшее за последние дни в моей жизни. Отлично.